У нас проходили плановые учения по эвакуации персонала. Прибыли службы жизнеобеспечения, наше подразделение прибыло. Учения прошли успешно, все эвакуированы. Персонал работал грамотно, все вовремя эвакуировались. В соответствии с планом работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, Первоуральским районным отделом службы судебных приставов проведены учения на тему «Действия службы судебных приставов при возникновении пожара в здании в помещении суда». Учения прошли успешно.